Спортивный микс Англия, спорткрем называется данная позиция. Так, перед нами толстовка, кстати, двусторонняя. Обратная сторона вот такая, то есть так и так можем носить. К сожалению, бирки нет, размер примерно М-ка, наверное, или L-ка даже. L-ка, скорее всего. Состояние хорошее. Так, штаны спортивные. Здесь у нас размер указан 44-й, то есть получается 50-й российский размер. Тоже в хорошем состоянии. Без пятен, без видимого износа. Футболка марки TSM. М-ка, то есть размер получается средний. 26-27. Размеры маленькие, но вот видите, здесь серьезно большое пятно есть. Не знаю, вводится или нет. Так, это у нас бренд Crane спортивный. 34 размер указан. XS, то есть получается 40 российский размер. L-ка. Футболка большого размера. М-ка 40-42, то есть 46-48 российские размеры. XL. Бренд Yessica. Размер средний. Ветровка 42-го европейского размера, это соответствует 48-му российскому размеру. Замочки работают, капюшон есть. Локти, рукава чистые. Еще одна футболка, но тут срезали бирку. Размер большой визуально. Так, это L-ка марка Crane. XL. В основном большие размеры. Видимо, износа нет, но у нас одни штаны были грязные. Так, кривец. М-ка 40-42, то есть 46-48 получаются российские размеры. С-ка, размер маленький, состояние хорошее, без видимого износа. Категория крем, спортивный микс. Мужской и женский. Здесь S-ка 36-38. Вес данного лота составляет 15 кг. Амал размер XL. Так, вот тут тоже какие-то пятна есть. Далее L-ка 44-46. Это шорты женские. То есть примерно 46-48 российские размеры. М-ка. Капюшон у нас здесь в воротнике спрятан. Состояние хорошее. Размер М средний. Замочек работает. Бренд Кривец. Размер L. 44-46. Бриджи. Так, это толстовка. Марки Tommy Hilfiger, размер, к сожалению, не указан, ну, примерно L-ка, скорее всего. Так, футболка, примерно среднего размера. 36-й размер здесь указан, то есть размер маленький. Новые бриджи марки Crane, М-ка 40-42, то есть 46-48 российские размеры. Adidas, так, размер здесь указан. L-ка, то есть большой размер. Как видите, размеры средние и большие. Маленьких размеров, по-моему, не так много здесь. Написано L-ка. Спортивные женские штаны. Маечка новая с этикеткой марки Crane, размер XS 32-34, то есть 38-40 российские размеры теоретически. Adidas, среднего размера футболка, это Puma L-ка, то есть размер большой. 2XL, большие штаны, XL, так, это L-ка. Тоже много больших размеров. Далее М-ка. Средний размер. Вот тут есть пятно. Небольшое. Так, здесь М-ка марка Nike. То есть размер средний получается. Тоже вот средний размер М-ка. Что-то здесь я не разберу. Но, по-моему, футболка большого размера. Бренд Adidas.
Nike, размер M, то есть средний. M-ка. Штаны, кстати, хабашные, теплые, с начесом. Бренд Nike, размер L-ка. То есть штаны большого размера, без катышков, в хорошем состоянии. 16-й размер указан. Тоже это чуть больше средняя получается размер. Еще одна толстовка. Размер L-ка. Женская толстовка большого размера. Так, маленькое пятнышко на рукаве. Так, в принципе, в общем и в целом все нормально. Adidas, 176 сантиметров указан рост, размер средний. Резинки, видите, немножко деформированы уже, но еще эластичные. То есть небольшой, незначительный износ тут присутствует, судя по резинке. Так, размер L. Кстати, замочек работает. Размер L, бренд Nike. L-ка, бренд Champ. M-ка. Nike, размер XL. В основном полиэстер, хлопка было очень мало, но спортивная одежда всегда она у нас синтетическая. М-ка 40-42, то есть 46-48 российские размеры, 42 тут указано, это получается 48 российский, средний размер. Так, L-ка. 38 размер здесь указан европейский, это соответствует 44 российскому размеру. Еще одна новая футболка. И последняя вещь из этого мешка, напоминаю, что это спорткрем Англия. Так, размер 42 указан европейский. Состояние хорошее, и на этом все.